Вот такой аэропорт. Ну, поехал домой, там були стоят, а я мушу восстановить, сейчас пишу молодой, и с починком молоскуха будет проверять, а больше нормально. Небольшой. Он принадлежит к Мюнхену аэропорту. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, что там. Мы первый раз в таком аэропорту. Летим на Болгарию, на город Варну. Вот так выглядит аэропорт. Небольшой абсолютно. Много русских. А тут уже можно проходить на терминалы. Так, ну все, прошли мы регистрацию. Сейчас будем ждать посадку на самолет. Самолет у нас, наверное, будет вот этот вот. Да, скорее всего, на нем мы и полетим. Будем сидеть сзади. Сзади зайдем. Сзади дверь. Там, где она? Задняя дверь. Через час у нас уже вылет. Ну, небольшой аэропортик, как вы уже поняли. Небольшой. Но народу много. Летит очень много. Так что... скоро будем взлетать. Два этажа. Но небольшие отсеки. Все. Будем готовиться к посадке. Наш самолет ждет нас. Сейчас будем выходить. Мы даже первые идем. Сейчас все садят. Нет. Да и да, я сюда выйду. Набирает скорость. Както и виза MasterCard, кредитни и дебитни карти.